крупный шахматный фестиваль, который ежегодно проходит во Владивостоке, не могли назвать как-то иначе, как «Город у моря». Уже традиционно приморская столица принимает у себя в гостях шахматистов со всего Дальнего Востока и западной части России. И приезжают сюда игроки не только ради интеллектуальных баталий. С помощью такой спортивной поездки они получают возможность познакомиться с нашим городом поближе. 13-й год подряд мы проводим этот фестиваль. Ну и каждый раз собирается все больше и больше участников. Это одно из любимейших мероприятий для спортсменов нашего города. Но особенность фестиваля та, что тут участвуют все возраста, вот от 5 до вот самому старшему 82 года. За столом может действительно оказаться и старый млад, причем лицом к лицу. Соревнуются участники в быстрых шахматах и сёге, японской версии игры. Также любой желающий, далекий от профессиональных аспектов шахмат, может попробовать свои силы в турнире А. Большинство игроков на фестивале – дети. Как это ни удивительно, но в эпоху компьютеров и различных гаджетов подрастающее поколение все больше и больше интересуется фигурами на доске. 1 или 2 года в шахматы занимаюсь. И 3 или 4 раза на соревнования было. У меня есть 3-й разряд. Я хочу стать чемпионкой мира. А вот для старшего поколения такой фестиваль – это возможность почувствовать себя настоящим гроссмейстером. Опыта у таких шахматистов предостаточно, вот только сил уже не особо. Агит Павлович в свои 82 года не бросает этот вид спорта, участвует в турнирах ежегодно. Для него интеллектуальная игра сейчас – символ жизни. Благодаря шахматам, может быть, я и выжил. У меня 2 года тому назад был инсульт, очень сильный. Но я шахматы не прекращал играть. И вот это меня поддерживает. Сейчас я восстанавливаюсь и хожу потихонечку с палочкой, правда. Город у моря за несколько дней дал шанс гостям и жителям Владивостока попробовать свои силы в одном из самых сложных видов спорта в мире. Кто-то увезет отсюда набранный профессиональный рейтинг, а кто-то свой первый опыт соревнований. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на 8.